Сансарочное эко. Длина 6 метров, ширина 3 метра. Сделана из профильной трубы. 20 на 20. Окраска грунт эмаль зеленого цвета. Соединение арки прогоны на крабах. Установлено на брус 100 на 100. Пропитано антисептиком. По торцам установлены цельные двери и форточка в торце. Можно. Форточку открыли. Уральская усадьба представляет. Сегодня 19 мая 2016 года. Была сделана теплица «Арочное эко». Шириной 3 метра, длиной 7 метров. По торцам теплицы установлены у нас цельные двери. Также рядышком форточка. Теплица установлена на брус, подготовленный клиентом. Поликарбонат использовали 4-миллиметровый. 0,72 плотности. Каркас теплицы сделан из трубы 20 на 20. Окрашен грунт эмаль зеленого цвета. Соединение между арками происходит с помощью прогонов и крабов. Выглядит это все вот так вот. То есть краб крепится к арке на одинаковом расстоянии. Одинаково имеется в виду, чтобы на каждой арке от низа до краба и от краба до последующего краба было одинаковое расстояние. Чтобы прогоны выстроились практически в линию, не плясали. Вот здесь видно немножко из-за перепада бруса. Крепится сначала краб к арке, затем к крабу крепится прогон и соединяется с таким же крабом на следующей арке с помощью саморезов. Торцевые крабы сделаны из половинки. Арочные крабы в виде крестика. Также в теплицу у нас установлены две коньковые фрамуги. Уральская команда представляет арочное 3М, длину 5 метров, установлено на брус 100 на 100, сотовый поликарбонат 4 мм, премиум 15 лет. Установлено в торцах дверь с форточкой, открывается, закрывается. В противоположной стороне также дверь с форточкой. Арки усилены 20 на 20 и усилитель 20 на 30. Также установлены система подвязки, 4 нитки. Качество теплицы с гарантией. Уральская усадьба при поддержке тюменских профессионалов представляет арочное 3М 4-метровое, установленная дверь с форточкой в торце. В противоположном торце форточка. И дальше идем и видим, о, арочная 3М 8 метров, тоже наша работа. Так, установлено две двери с форточками торцовые. Так,
форточка, ручка. В том торце. Так.